На юге России, в Сочи, весь день ликвидируют последствия непогоды. Проливные дожди привели к затоплению улиц, перебоям с электричеством и нарушению работы транспорта. На дорогах в центре города возникли заторы. Спасателям пришлось откачивать воду и помогать водителям, у которых заглохли автомобили. Из-за шквалистого ветра, который оборвал провода, несколько сотен жителей окрестных поселков на время остались без света. Сошедший с гор селевой поток осложнил движение по железнодорожной ветке. Дагамы в Сочи в аэропорту по причине нелетной погоды на несколько часов задержали отправку и прием рейсов. Два лайнера из Москвы ушли на запасные аэродромы в Минводы и Краснодар. Но вот сейчас сообщают, что аэропорт Сочи снова работает штатно.